Абхарцизские правоохранители расследуют очередной случай мошенничества. На этот раз одинокая доверчивая пенсионерка отдала 80 тысяч рублей двум незнакомым женщинам, представившимся социальными работниками. Подробности преступной схемы далее в сюжете. Жертвой мошенников стала 81-летняя жительница города Иловайска. Две неизвестные женщины пришли к ней домой и представили сотрудниками социальной службы. Они сообщили пенсионерке о том, что в республике начался обмен денег и что они могут обменять имеющиеся у нее сбережения на купюры нового образца. Пострадавшая, не раздумывая, передала аферисткам 80 тысяч рублей, а они вручили ей конверт, запакованный якобы с деньгами нового образца. Лишь после ухода злоумышленниц женщина обнаружила, что в конверте была нарезанная бумага. Людмила Пешехонова уточнила, что из-за проблем со зрением пожилая женщина толком не рассмотрела мошенниц. В то же время кое-какой информации о правонарушителях полиция располагает. Их личности сейчас устанавливаются. Эта преступная схема используется мошенниками уже не в первый раз. Фиктивные социальные работники пользуются доверчивостью пенсионеров и липовыми документами. Все, абсолютно все работники нашего управления труда социальной защиты населения имеют пластиковое удостоверение, где четко есть фамилия, имя, отчество специалиста, наименование нашего учреждения, фотография. Сразу хочу сказать о том, что ни один специалист не имеет права работать с наличными деньгами. Мы работаем только с документами. Ни один специалист Управления труда и социальной защиты населения не занимается обменом денег либо предоставлением каких-либо услуг платных, то есть за деньги. Любые выплаты, будь то социальные пособия или же гуманитарная помощь, осуществляются через банк или почту. Работники УТСЗН только назначают выплату, но не приносят деньги на дом. Люди пожилого особенно возраста, они очень доверчивы, очень доверчивы. Они иногда даже не смотрят удостоверения, не читают фамилию человека, не спрашивают, где он работает и по какой причине. Особое внимание хочу обратить, если вам, тем более, предварительно не позвонили, не предупредили, что управление труда, специалист, социальный инспектор придет к вам по такому-то вопросу. Да, мы выходим, наши специалисты выходят на дом к заявителям, проверяют целевое использование бюджетных средств, либо материально-бытовые условия человека обследуют. И никак иначе, то есть только по этим причинам. Уточнить информацию о сотруднике УТСЗН можно по телефону 4-35-43, либо 071-318-15-70. Если вы убедились, что визитеры, выдающие себя за социальных работников, типичные мошенники, сразу набирайте номер 102.